Мой дознаватель ГУВД Бухгалтерского района, старший лейтенант полиции 21 ГУВД, производится осмотр автомобильной марки Toyota Land Cruiser черного цвета, государственного 24-номерного знака 110, Русская, номер 2 регион. Данная машина была задержана по подозрению оперативно-розыскных мероприятий по подозрению хранения огнестрельных оружия. Автомашина марки Toyota Land Cruiser. Осмотр производится в присутствии водителя. Водитель, представьтесь, пожалуйста. Салосатич. А что ему за это? Алёван Гавен, отчество. Кисун. Хайлосы. Грунтов, что сутки. Сызна машина не сыграть, вы зашлись, Я не знаю. Сынге машина вам? Машина сынге, осмотр производится в присутствии понятых. Понятые, пожалуйста, представьте, пожалуйста. Гамбаев Андрей Тарханова. 24-й, 26-й года. Второй понятых. Машанов, Арман. В ходе осмотра автомашина расположена по улице Фурмана в южном направлении. Чуть дальше улицы Сарпаева, 50 метров от улицы Сарпаева. С западной стороны машина расположена Акимат города Алматы. При визуальном осмотре автомашины с наружной стороны. Андрей, пожалуйста, пойдите. Управляйте. При наружной стороне автомашины марки Toyota Land Cruiser установлено, что имеется повреждение атаковые колеса автомашины проколоты. Имеется повреждение. Также повреждено лобовое переднее стекло. Имеется повреждение, возможно, от попадания каких-либо твердых предметов. С восточной стороны и с западной стороны повреждения. Также. При осмотре автомашины с правой стороны пассажирской стороны переднее правое боковое стекло повреждено, возможно попадание какого-либо твердого предмета. Также имеется повреждение заднее правое стекло двери, возможно попадание какого-либо твердого предмета. Боковое стекло от автомашины багажного отсека отсутствует. Также имеются такие повреждения, возможно, от твердого предмета. В правом части автомашины имеется повреждение, возможно, от какого-либо попадания твердого предмета. Протектора проколоты, поврежденные. Пойдите, подойдите, пожалуйста. Сюда пройдите. Посмотрим, багажная часть автомашины, заднее лобовое стекло, имеет повреждение, возможно, от попадания каких-либо твердых предметов. Также имеется пятна красно-бурого цвета. Автомашины. Далее осмотр левой пассажирской водительской стороны. В ходе осмотра передней части автомашины. Пойдите, пожалуйста.
Да, есть наш мобильный. Можно? Да, у нас это же сопровождение. Сейчас визуально восстановить. Сейчас сзади. Сейчас помогу. При осмотре салона автомашины установлено, что салон светлого отсека, кожаное покрытие автомашины. При осмотре сидений на сиденье имеется жилетка черного цвета.
Далее осмотр, переходим в заднюю часть салона автомашины. Правый, да. Thank you.
держится. Боксерская перчатка. Thank you.
Да. Мало, щитки там, ладно, лево, вот. Там, боксерский лоб. Спортивный затормоз? Да. Мамус.
Да, я смотрю. Передняя часть автомашины. Документы автомашины.